Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Вторглись в мир персонажа слэш-точка. Давайте поищем слэш-точку. Видите, он убил, ну не убил, а уничтожил иллюзию. И теперь все очень плохо. Так, как же тут темно, блин, капец просто. Сейчас мы ему игру испортим. А нельзя, да? А нельзя. Да. Блин, я так надеялся. А, нельзя, нельзя. Но он явно уже босса прошел. Раз он убил. Он, наверное, его только-только убил. Скорее всего. Костру теперь не сможет войти. Пока не видно, да, никого? Пока никого не вижу. Ты где, чувак? Так, ладно, давайте я пока постою. Пока пододвину монитор поближе. Опа, его кто-то бьет. Вовсю сражается с кем-то. Да где же ты? Ага. Вон стоит. Убежал, смотрите, убежал. Давай, давай, давай. Может, упадет? Кого он призывает? Друга себе призвал? Призыв фантома. Что это за призыв фантома? Блин, вообще ничего не видно. Конечно, я себе экран настроил, просто капец.
Ой, нифига себе, убил. Ну ладно. Ну, еще бы вдвоем-то. Два грешника. Ну, окей. Ну, окей. Весело было. Но снова-таки опять около костра. Да, это неудобно. Что нас опять к костру выбрасывает. Не, ну побегаем все равно. Или нет? Ладно, давай пока уберем. По крайней мере, я посмотрел, прикольно. Мне понравилось. Это будет повеселее, чем что-то еще такое. Ой-ой-ой-ой. Убери. Человечность, отлично. Это уже хорошо. И главное, нашу человечность не убирают. Не съедают. Тут тоже очень много запутанной местности. Очень много противников таких мощных. Вон, видишь, и из лука тебя обстреливают, и нападают на тебя со всех сторон. Как только можно. Ой, а что у него что-то упало? О, отлично, еще один сломанный меч мне понадобится. Ой. Ну, с ними вот лучше сражаться вот так вот. По одной простой причине, потому что они испускают яд, видишь, из своего тела. Кто там рычит? А, это, наверное, вот этот. Да, смотри. Рычит на меня, видите ли, тут. Надо было, наверное, стрелы закупить. На всякий случай. Оп. Но они умирают с одного удара. Это вообще шикарно уже. Туда можно запрыгнуть, но оно того не стоит. Вроде бы как. Насколько я помню, здесь, по-моему, мыши должны быть. Что за звук такой? Белые редкие мыши. Душа. Тоже с них падает человечность. 400. Но они не очень выгодные здесь. То, что лучше всего фармить в канализации, потому что здесь, видите, их всего две. Не, может быть, там где-то еще есть. Я уж и не припомню. Так, ну точно не прыгайте, точно не туда. Туда нам позже надо будет идти. Кстати. У нас вон один противник есть. Вот тот противник нам очень нужен будет. Вот с них выпадает возмездие. Я вот как раз на них буду потом фармить. А, то вот такая, да? Деловая типа. То есть вот настолько, да? Понятно. Короче, у нее пока анимация не сыграет роль. Не активируется. Фиг-то там, мы воспользуемся этим. Че, в стену попал? Да, опять в стену. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, выходи. Нет. Сейчас. Короче, когда-нибудь мы его встретим, он до нами побежал. Так.
Отсюда мы поднялись, да? Значит, идем вот сюда. Теперь идем сюда. Раз, два. Ой. Вот мы типа должны такие подойти и взять, и сейчас тут птичка к нам прилетит. Ну, лети. Вон. Вот как раз она и летит. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я уже думал, она захват мне сделала. А чё ты такая сильная? О, видишь, готовится к захвату. Вот-вот-вот, все захватило. Очень сильные твари. Сам видел, какие у них атаки жесткие. Но вот с них выпадают вот эти вот всякие шляпы. Так, здесь у нас... Так, не здесь. Вот, наверное, скорее всего, здесь надпись где, да? Нужно внизу, да-да-да. Вот, вот как раз спрыгнуть. Это вот как раз то самое место, видишь? Это вот мы спрыгнули. Так, ну можно дальше спрыгнуть. Надо было, наверное, там пройти. Так, это вот мы как раз вот здесь вот. Все, мы с тобой вот этот кусок, в принципе, зачистили. Мы с тобой молодцы. Да, и с этого момента мы с тобой будем, наверное, прокачивать веру по максимуму. Ну, не по максимуму, а пока не сможем одеть вот это заклинание. Вот, гнев. Богов 28, это нам надо 9 веры, это достаточно много. Так, что там по времени? Посмотрим. Ага, еще есть время. Так, 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 так. Не знаю, почему я опять половину заклинаний не взял. Странный из нас храмовник, не пользующийся заклинаниями. Тут где-то можно упасть. Это просто лучник. А, ну да, просто лучник. Там сейчас их много будет. Все, дайте я вот сюда отойду. По-моему, сюда он не может. Нет, попадает, ты смотри, засранец. Слышь, я тебе сейчас попаду. Вот, я хотел... Я хотел вот это вот хотел спустить душу вниз. Отлично. Так, сейчас будет очень опасный момент. И тут как раз лучше поменять. Ты заметил, что чуваки огнем стреляют, поэтому лучше на эмблему дракона поменять. Щит с эмблемой дракона. У нас вон там, вот видишь. Во-первых, труп упал вон туда. Вот мы его подберем потом. А во-вторых, вон там, видишь? Это фаланга. Вот на них, как раз мы будем с тобой фармить. Не понял, что случилось. Очень камера играет нехорошо. Видишь, прыгает. Прыгает, скачет. Так, я просто подумал, отсюда можно спрыгнуть? Можно, но не стоит, наверное. Пока оно того не стоит. Мы с тобой пока походим, прогуляемся.
Нас тут ловушка, да? Нет? Без ловушки. Так. Блин, как хорошо с Моргенштерном. И когда знаешь, как удобнее убивать врагов. Вот, спрыгнул откуда-то, отлично. Они медлительные, но... Знаешь, из-за опухолей своих. Вот. Ой. Это ладно, это простой, не страшно. Привет. Пока. Так, вот там сейчас будет эпичный момент, но мы туда пока не пойдем. Мы пока здесь пробегаемся. Пробегаемся, пробежимся, как ты хочешь, так это и называй. Так. В принципе, наверное, можно как-то допрыгнуть, не знаю, я никогда не пробовал. Да, смотри, можно допрыгнуть. Вообще никогда не пробовал. Всегда доходил до сюда другими путями. Не знаю, зачем здесь это лекарство. Потому что я сомневаюсь, что мы как-то можем заразиться здесь от кого-то. Хотя, кто знает. Человечность. Неплохо. Свет. Что за свет? Да нет, здесь свет. Да не. Они имеют в виду, тут некоторые места будут, надо фонарик подносить, и будет проход открываться. Так, а это вот стражи живописцы как раз. Стражи картины, как я их называю. Так, кто у нас здесь? Ага, это мы в один из путей как раз падаем вниз, и вот здесь вот уже проходим. Вот здесь, вот здесь, вот там. Там поднимаемся по лестнице как раз. Да кто это там так? Неужели это эти? Фаланга так. Такие звуки странные издает. Так, 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 так. В принципе, нам здесь наверху делать больше нечего. Давай спустимся. Сейчас с тобой спустимся. Вот, спустились. Так, никого там нет живых, а то мало ли. Они могут из разных мест тут прибегать. Так, вот здесь вот. Вот как раз где-то здесь спрыгивается, вон туда, по-моему. Вроде бы вон в ту часть, и там дальше пробегается. Но... А почему бы нет? Пойдем. Пойдем посмотрим. Как бы вот один закуточек. Одна ворона там уже спрыгнула откуда-то. А, нет, это стреляет огнем, вон, да. Да-да, я вспомнил. Так, дальше, 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 дальше.
Ворона уже бегает. Так, тут у нас ничего. Это на всякий случай. Просто по памяти все приходится проходить. Это было очень давно. Но, по-моему, нам остается... Ой, только вниз. Сейчас мы с этой разберемся. Прожал... Ой-ой, нифига себе, я думал, не дотянется. Дотянулась, надо же. Ох, вот это печалька прям. И начинаем с костра. Начинаем с костра. Причем не в человеческой форме, это мне вообще прям невыгодно. Да, да, обидно. Ну ладно. Тут в картине, я думаю, если душ не просрем, то мы достаточно много наберем здесь в конечном итоге. Главное помнить всех врагов. Ну, я помню, потому что я... Как это называется-то? Ну, проходил очень много раз. Да чтоб тебе. Хватит. Не занимайся этой фигней. Нехорошо. Не занимайся. Консумер. А, вот что это он делает. Ядом распрыскивает. Какой долгий яд. Не выёживайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть не отравился. Чуть-чуть не подошел к яду. Умри. Кто следующий? Здесь никого. Там внизу мыши. Можно, в принципе, мышей забегать, убивать сюда. Смотри, прям очень хорошо дает человечность. С каждой второй мыши. Неожиданно как. Причем на мне ни колец, ничего такого нету. Так, ну здесь вперед. А это опять? Нет, все. Все, что мы сбили, то сбито. Это радует. Я думаю, можно же спрыгнуть отсюда без смерти, но пока не вижу причины, потому что мне туда не надо. Ой, как страшно. Прям страсти, мордости. На. Ить. А, видишь, сразу токсином долбанул. Или это яд? Сейчас попробуем. Блин, у меня токсина нет, ничего. Если не поможет, это не помогает. Не помогает, а... Ну ладно, что делать? Блин, он долгий такой. Что делать? Нифига себе. А что мне теперь терять? Мне теперь терять нечего. Давайте их убивать как есть. Что-то щит вроде бы от огня, а что-то он не защищает от огня. Должным образом. Где еще один? Падай. Где-то наверху должен быть. А ладно, потом сюрпризом будет. Где-нибудь выбежит нам. Да про тебя-то я помню и так. Нашел чем удивлять. Так, ну вот мы забрали свое. Так, и как же нам оттуда, да? Наверное, вот сюда надо как-то спрыгнуть, я так полагаю. Вот здесь. Что у нас тут? Ага, можно спрыгнуть здесь.
Можно спрыгнуть сюда, но это мы пойдем как раз в ту коморочку. Я понял. Ага, ну пойдем. А как раз вот здесь вот мы включаем костюм. Короче, просто круг делаем. Да, неприятный звук от яда, я понимаю, но ничего не поделать. Как бы мы заразились, и нам придется это как-то терпеть совместно. Иди отсюда. Да. Проверил веревочку еще раз. Ой, сейчас как раз, если здесь есть, мы его столкнем. А он уже убежал куда-то, смотри. Он уже где-то там бегает, вон ходит, дежурит. Дежурный по станции. Просьба вернуться на свои места. Вот так, вот так. И давай вот здесь вот тоже убьем, а то он меня немножко... немного нервирует своим присутствием. Не, ну в принципе этот токсин, он не такой уж и мощный. Уж можно потерпеть. Так, башня. Ой, как я не люблю эту башню. Кто бы знал, как я ее не люблю. Я вообще это место не очень люблю. Так, туда мы не допрыгнем, как бы мы не хотели. Да, туда другой какой-то путь есть, я не помню 100%. Так, там у нас эпичный момент. Ну, пойдем на эпичный момент. Пойдем, давай, вот смотри. Мы такие спускаемся, такие думаем, о, прикольно, о, души, классно вообще, души, души, ты смотри, и тут... ну, кусочек дракона отвалился, подумаешь, не страшно. Кровавый щит и... Ух. Ух. Ух, прям страшно, прямо, ух, страшно-то как. Ой, страшно, не могу прям, безумно. И убиваем его. Еще попробую отравить, но, по-моему, прошлый дракон у нас не травился. Если после шестой стрелы не отравится, значит 100% нам не отравить. Ну, 99,9, но я уже дальше не буду тратить свои драгоценные стрелы. Опять по привычке держу L1. Не знаю почему. Просто во многих играх, там где прицеливается персонаж, нужно держать эту кнопку. У тебя нет сейчас никакого дежавю? Потому что сейчас закончится видео и начнется новое. Да чтоб тебя! Нет, дежавю не должно быть. Вот, правильно. Вали отсюда. Прыгает там. Ты смотри, а? Гадина. Допрыгалась? Допрыгалась? Это мешает нам. Ну вот, он теперь будет орать на пол игры нам. Так, прям в глаз. У меня вот, честно, дежавю, прям жесткое дежавю. Надо, кстати, следить, там сейчас еще одна птица может прилететь. Второй части, кстати, одна из таких птиц нам делает из душ боссов эти
всякое, в общем. Оружие из душ боссов делает. Что-то не посмотрел, сколько дали, но что-то, по-моему, много дали. И еще одна драконья чешуя, потому что это дракон. Тут, в принципе, вот он, короткий путь открывается. Если ты переживаешь, что не можешь пройти игру, вот здесь вот, по-моему, надо как-то... Я не помню. Вот так сделать. И вот у тебя открылся целый проход. Эту штуку, я не знаю, можно убить, нельзя. Мне кажется, ее нельзя убить. Я знаю, в какой-то момент она вроде убегает. Но тут можно под ней, в общем, пройти вот сюда вот вниз. Там спрыгнуть, пробежать вперед и чуть ли не до босса. Это мы открыли, так сказать, короткий путь. Но мы-то с тобой здесь еще дофига чего не доделали. Нам этот короткий путь как-то ни туда, ни сюда. Так, сколько же здесь путей у нас в итоге остается? Так. Не знаю, что, куда туда приводит путь. Давай здесь снизу пройдем. Посмотрим, что у нас здесь снизу. А, ну вот здесь один из коридоров башни как раз. Туда как раз пройдем и попадем к этим. К фаланге. Тут, по-моему, ничего не валяется. Пойдем наверх. А что у нас за заклинание? О, есть осторожное падение. Как это было великолепно. Так, давай так и сделаем. Возьмем костяной посох. Ты даже не представляешь, насколько это здорово. Насколько это было предусмотрительно. С нашей стороны-то. Не, ну может быть, если ты играл, то ты представляешь и знаешь. Он сейчас прыгать будет. Тут надо быть очень аккуратным, потому что они вот этот свой дебильный захват делают. Вон. Только что пыталась, по крайней мере. Но можно сбивать атаку. Очень, очень полезно ее сбивать, кстати. Моргенштерн. Вообще очень полезный Моргенштерн здесь. Прям немерено. Я тут с алебардой как раз ходил. Мне было вообще неудобно. А это тоже прыгать будет? Нет? Нет, пока не прыгаешь. Падай вниз. Не разбилась. Как печаль. Так, бежим выше. Нам на самый верх. Потому что нам вот мелок забрали очередной. Так, а это ждет, знаете, ее, получается, не сбить ничего нельзя. Она выжидает, когда проиграется анимация. То, что это скриптованный специально персонаж стоит. Так, душа отважного воина. Так, зачем нам надо было? Нет, не так. Сюда хорошо еще, как ты понял, наш антияд таскать, но я оказался не столь предусмотрительным. Так, и где-то... Тут кажется, что где-то надо спрыгивать, но тут, по-моему, не надо спрыгивать. По-моему, только это складывается только ощущение, что надо спрыгивать, а по факту... По факту, по-моему, нет. Там просто в одном месте душа у нас валяется. И ты когда бежишь, тебе кажется, что надо туда спрыгнуть. Ладно, там бегает.
как бы вот к этой вот душе. Кажется, что надо спрыгнуть, но на самом деле к ней, по-моему, спрыгивать не надо, а здесь мы будем падать тупо туда. Вон там, видишь, наверху как бы разлом. Надо как-то вот на эту часть попасть, я не помню как. Я помню, что как-то попадается, но... Как именно? Это получается где-то отсюда. Нет. Он где-то рядышком. Но нет. А мы вот можем обижать, да? Мы можем спрыгнуть вон там. Но зачем? Нам там спрыгивать, по сути, не надо. Пойдем повыше, посмотрим. Не, хоть убей, не помню. Вообще не помню, не помню. Не, можно спрыгнуть вот сюда еще разок. Но теряется смысл. Я его не вижу. Оттуда мы никак не пробежим вот так вот. И туда никак не залететь. Там еще на крыше на какой-то что-то валяется. Ну, давай позже, давай так договоримся к этой штуке, мы вернемся позже. Потому что мне почему-то кажется, что она как раз позже у нас и добывается. То, что не здесь и не сейчас. Там, может быть, и можно как-то изворотливо как-то так пройти к ней. Но она получается вот прям вот здесь. За той колонной, да? Не, ну, по-моему, мы тут прыжком не добежим. Мы, по-моему, только уже здесь... Да, вот уже здесь падаем. Это надо как-то... То ли оттуда, то ли вот оттуда как-то надо прыгать. Не помню, короче, ладно. Короче, ладно, пока что просто знаем, что у нас там есть. Что-то есть. Что-то валяется, что-то, возможно, нам нужное. Так, спрыгиваем раз. Спрыгиваем два. Ну да, действительно странный свет какой-то. Зачем он там, непонятно. Тут мы всех с тобой убили.